Приветствую всех, дорогие мои друзья, гости, подписчики моего канала. Давайте посмотрим, что неожиданно произойдет, что ворвется в вашу жизнь, чего вы не ждете. Возьмем три карты оракула Симбалун. Если нужно будет, я буду еще добавлять. Знаете, что неожиданно произойдет? Идет какое-то, наверное, влияние нехорошее на вас. У кого-то одиночество, у кого-то слезы, переживания. У кого-то здесь может быть и магия. Знаете, как добро и зло. Черная полоса, светлая полоса. Но вы выходите в статус. Здесь уже сидит, знаете, царь. Он... Много, кстати, здесь карта падения этого царя здесь. Игра этого царя есть. Здесь как будто бы, знаете, как добро ворвется в вашу жизнь. Какая-то светлая череда полоса хороших событий. Вы действительно не ждете этого. Прибывает кто-то в унынии, и, наверное, кому-то кажется, что это никогда не закончится. Но поверьте мне, здесь... Идет окончание, переломление и выход в статус. У кого-то здесь встреча с мужчиной. У кого-то возобновление отношений, создание каких-то крепких уз. Примирение, знакомство. Вот вы этого точно не ждете, потому что кто-то сейчас... Важен очень расклад для человека, который находится вот в таком состоянии, поникшем в какой-то в темной пещере, как в замкнутом состоянии. Сейчас возьму... колоду Ленорман здесь. Посмотрим, что это за печаль, что неожиданно произойдет, ворвется в вашу жизнь переломный какой-то момент в лучшую сторону. Вы этого точно не ждете и не ожидаете. Что вот здесь вот, смотрим, рассматриваем эту карту. Ну, вот эти две отодвинем. Может, так будет правильнее. Окончание, завершение и выход. Видите? Как будто ваше движение, оно как закрыто. Гроб закрывает ваше движение. Всадник. Всадник, и тут же гроб закрывает все. Пути у кого-то закрыты, дороги. Но они открываются. Видите, карта моста. Как интересно говорят карты. И здесь похоже что-то на магическое воздействие. Сейчас посмотрим на оракуле полнолуния. Ну, однозначно выход. Я же говорю, выход. Видите? И здесь тоже выход. Если у кого-то сейчас черная полоса, знаете, что она заканчивается, завершение и выход, карта моста, открытие ваших дорог. Кому-то здесь дороги закрывали, возможно, и магическим путем. Лилия, мужчина, воздух, хандра, вот она, хандра там. Защита, все-таки кто-то очищается благодаря своим знаниям. Знаете, дом как дом, как какая-то тюрьма, какая-то как крепость какой-то. Святая вода.
Да, идет здесь однозначно освобождение. Кому-то, знаете, как открыть дороги, чистки сделать на открытие дорог, да не на дне колоды мыши. Сейчас посмотрю немножко на другой колоде. Привязки. Женщина. Черная женщина. Наказание ждет ее. Наказание, да, возможно, здесь какая-то вмешательство какой-то женщины. Мы не будем сейчас, у нас расклад на не на негатив, но черная полоса, независимо это люди, вы из нее выйдете. Вот оно, видите, как переход. Здесь тоже с этой стороны темная, здесь свет, и тут, смотрите, какая карта светлая, как интересно они легли. Какой выход и переход. Кого-то женщина вмешивается в личную жизнь. Зависть, может быть, привязки какие-то. Делает черные дела. Кто-то даже оплачивает эту работу. Может быть, она оплачивает. Посмотрим, что здесь. Дом. Тучи. Она женщина. Благодаря своей силе вы, вот, вы, я говорю, тучи, вот они, видите, тучи, вот здесь они, темнота. Благодаря какому-то человеку, третьему лицу, кто-то у кого-то, может быть, из домашних, смотрите, карта дом где-то близко, в доме очень все сложно. Почистите дом, святой водой пройдитесь, свечками. Кого-то вот к мужчине, к этому, может быть, к женщине смотрит зависть. Мужчина, если смотрит меня, какие-то проблемы, из которых вы выйдете, вы сядете на свой трон, вы займете свое место. Видите, опять карта дом, вот на это мне выходит. Все-таки в доме что-то. Что-то в доме у кого-то. Что в доме? Давайте разберемся, что в доме. Может быть, знаете, как подклады какие-то могут быть. Разговоры, как привязки какие-то. Видите, что-то в доме, возможно, через какие-то подклады, что-то делают вам привязки. И опять карта дом даже здесь выходит. В этой колоде скоробей. Вот она, княгиня скрытая. Но ей пойдет бумеранг. У вас идет очищение. Действительно, пройдитесь. Дом, смотрите, в разных колодах. Все карта дома, дома, что-то в доме. Давайте посмотрим. Мужчина, что здесь? Итог, все-таки итог. Что? Предположим, вы пройдетесь и почиститесь. Кто-то себя почистит. Кто-то мужчину, кто-то...
какой-то найдет подклад, выкинет какую-то вещь. Может, недавно принесли что-то к вам. Потому что женщина крутится, энергия женщины зла. Потому добро и зло, она крутится. Мужчина, знаете, благополучие, любовь. Вот как здесь? Любовь в сад. Вы сами не поверите, понимаете, вы этого действительно не ждете. Ворвется в вашу жизнь счастье. Поменяются эти энергии. Потому что человек, который сейчас, возможно, вы, может быть, даже и не знаете, не подозреваете. Можно, неоднократно говорила в своих раскладах, что можно жить и не знать, что люди, которые рядом с тобой и за стенкой, делают столько много гадостей и пакостей. Что однозначно ворвется в вашу жизнь счастье, любовь, сменится. Сменится теплая полоса на светлую, радостную. Вы этого не ждете. Кто-то уже отчаялся чего-то ждать. Давайте посмотрим. Что тут еще? Наказание. Наказание за обманное, наказание за привязки. Может быть, знаете, у кого-то несколько лиц. В тупик зайдут люди, которые борются с вами, крысы. Смотрите, видите, опять святая вода. У кого-то притворяются друзьями, близкими. Возможно, у кого-то кто-то из семьи, но не крысы. Святая вода. Действительно, кому-то надо, знаете, как вот эти тучи, вот этот мрак, как снять себя, почиститься, дом свой пройти. Потому что крыса у кого-то либо в доме, либо рядом с домом. И все встанет на свои места. Видите, женщина выходит. Ключ. Как будто вы подберете к ней ключик. Вы поймете, вы откроете ее тайну, кто она. И выйдете. Выйдете к свету. Вот он свет. Вот оно солнце позади. Этого мужчины, царя, импера. Вот оно, солнце. Вот оно опять, солнце. На дне колоды мост опять. Выход. Вот этого вы не ждете, оно произойдет. Кто-то сейчас, посмотрев расклад, действительно подумает над своей ситуацией, примет какие-то меры и решит какую-то проблему в своей жизни. Кто-то сделает какую-то чистку, может, сам. Кто-то, может, осветит квартиру, батюшку позовет, да, такой тоже может быть. Может быть, выкинут какие-то, я говорю, что вещи, потому что подклады они могут, видите, здесь цветы, подарки. Смотрите, кто, может, цветы в горшке подарил. Может быть, кто-то что-то в землю воткнул, закопал. Такое тоже может быть. Вторжение, башня, вода. Как будто перекладывают, понимаете, тяжелую ношу, чтобы вам было плохо, тяжело. Даже карта рода выходит здесь. Говорят, что все будет хорошо. Трио, третье лицо. Опять идут привязки. Смотрите, видите, как открываю карту ведьма. Так что вот такой вот был расклад. Советы, я думаю, здесь я вам дала на протяжении всего расклада.
Я все-таки возьму сейчас еще вот эту колоду, такая у меня есть. Не часто ей пользуюсь, но здесь явный такой негатив. Может, какую-то подсказочку вам даст еще что-то. Свет знания, нисхождение. Видите, как будто как кто-то может забирать у вас энергию. Почему дурной глаз? Щупальце вампира к вам. У вас, говорят, свет знания, знания есть. Вот кого-то надо отсечь от себя, какую-то привязку, вампирскую привязку. Желающего вашего нисхождения, падения. Может, поэтому и плохо, потому что есть привязка. Как губка вы весь впитываете негатив, говорят. Вода смываете. Смотри внимательно. Осеннее солнце. Умеренность кому-то, алкоголь ни в коем случае, огонь, мужчина, полная защита. Знаете, как восстановите, как пробита у кого-то защита, вы ее как восстановите. Вода, огонь. Видите, как могли с могилы животного какого-то что-то принести даже. Может, у кого-то кто-то похоронен, рядом животное, нельзя. Восстановление будет. Ну вот. Карты показали тоже привязку. Видите, там привязка выпадала. Здесь вампирская привязка. У кого-то идет отток энергии. Необходимо эту привязку снять. Все восстановится. Солнышко вновь сияет, понимаете, теми красками, которыми должно сиять. Кого-то и наступление весны не радует. Ну, вот такое состояние. Ну, вот такой был для вас расклад. Все обязательно изменится к лучшему. Но не сидите здесь, сложа руки. Нужно, чтобы предпринять какие-то действия, которых я вам тоже немножко указала. Думаю, каждый уже разберется, чтобы выйти вот на этот свет. Из этой темноты, в которой вы в данный момент находитесь. Всего вам доброго. До следующих видео.